Хочу вот о марках поговорить. Марки почтовые. Кстати, вот раньше собирали марки, очень много их собирали. Были такие даже сборища любителей марок. Ходили, обменивались. Продавали специально такие для марок альбомы. Как сейчас, видите, все равно социалистической символикой. 60 лет Октябрьской революции, почтовые марки. Все было поставлено на поток. Сколько стоит? Стоит он, кстати, 10 рублей. Не сказать, что дешевый был. Знак качества СССР. Вот такой с тех самых пор альбом. Каждая страничка была отделена, чтобы марочки сохранялись. И вот они шли на тематике соответствующую. Здесь, видите, животные. Естественно, большинство марок было со стран так называемого социалистического лагеря. Куба, Вьетнам. Во Вьетнаме до сих пор социализм. Видите, коты пошли. Кошачьи. Животные. В основном фауна. Венгерские, польские. Смотрим далее. Красивые марки. Даже вот экзотических. Гвинея, насколько я понимаю, были марки. Кубинские, видите, снова. Собачки вон наверху. Другие животные. Также продавались вот такие сборники. Можно было каждую марку отрывать, но, как правило, не отрывали, а хранили вот такими блоками. Видите. Вот такие дела. Быстренько пролистаем. О, красиво, видите, в черное. Обрамление, красота. Рыбки, опять животные. Все в основном флора и фауна шли. Опять блоки Болгария. Все достаточно красиво, интересно. Сами видите, снова блок Бурунди. Где это сейчас Бурунди? Вот такие на тему масок, видите. Достаточно тоже симпатичные марочки. Смотрите, какой год, 66-й. Фактически 47 лет тому назад. Да, сколько времени прошло. Ух ты, дядька какой. Вы сами видите, серьезный. Тоже опять кошачьи, кошачьи. Коты всегда были популярны. Пролистываем. О! Как на паспорт, смотрите. Или вот этот, серьезный, рыжий. О, а вот этот вообще. Смотрите. Как на паспорт. Листаем. Вот такие продавались альбомчики. Вот о чем я хотел и поговорить. Ну, я собирал про животных. Ну, тут немножко автомобили появились, сами видели в конце. А это что за конверт времен социализма? Посмотрим. Тоже смотрим марочки. Да, тут всякие тоже, видимо, то, что оставалось. Это так у меня небольшая коллекция воспоминаний, все, что осталось. Тут были тоже очень старые марки. Ну, как старые? С чуть ли не 40-х годов. Вот это, к примеру, какого года? Непонятно. 76-го, не очень старые. Тут где-то были очень старенькие марки. 60-х годов, либо 50-х, либо 20-х каких-то. Не помню. Вот 62-го года какая-то нашлась. КПСС. Решение партии в жизнь, как раньше говорили. Вот такая россыпь. Почта России. 4 копейки. Вот такие вот дела. Вон одна марка 1947 года, площадь Пушкина, 30 копеек. Или вот, на ней изображен вот этот дядька кубинский, не кубинский, а Эрнест Хемингуэй, видимо, на тему «Старики моря». Тоже такая марка занятная. Мавзолей имени Ленина, 62 год. Вот люди идут. Даже с венками собираются почтить память.
Людей нет, мавзолей есть. Или вот Нахимов. 50-й год какой-то. 52-й, 150 лет со дня рождения. 40 копеек. Ну, эти 40 копеек. Вон у него какие погоны, палеты, корабли. Красиво, конечно.